Любишь кататься? Люби и лед чистить. Школьник Дима Насыров второй год играет в хоккей. Ради любимого спорта он готов отложить клюшку в сторону и взять руки лопату. Вместе с товарищами Дима не первый год расчищает каток во дворе школы номер 132. Я согласился убирать каток, потому что я на нем катаюсь. Я, значит, должен помогать его заливать, убирать. Я же как-то на нем делаю. Это получится неправильно, если я буду на нем кататься и ничего не делать. Этой зимой на помощь юным хоккеистам пришли активисты Общероссийского народного фронта. Они предоставляют инвентарь для уборки снега, ищут бесхозные площадки и устраивают там катки. Акция «Снежный фронт» — это не прихоть, а необходимость. Без помощи граждан коммунальным службам со снегопадами справляться тяжело. Это тысячи, десятки тысяч квадратных метров. Понятное дело, что расчистить порой представляется сложным для органов власти. Данная акция уже себя зарекомендовала, хотя существует буквально несколько недель, она будет продолжена и в дальнейшем, но уже сейчас можно сказать, что первые результаты есть. В Самаре уже залито около сотни ледовых площадок. Половина из них на территории школ. Ученики готовы на добровольных началах чистить эти катки всю зиму. Акция «Снежный фронт» собирает все больше неравнодушных граждан. Несем и мы свой вклад в общее дело. Сергей Ромашов, Григорий Полишаков. События.